Ну, сейчас еще нам надо упаковать табуреты для отправки. Это розыгрышные табуретки мы разыграли в группе ВКонтакте. Все, сейчас мы их упакуем и отправим. Такую пленку. Это обязательно. Обязательно сейчас пленку упаковать. Ну а теперь можно и упаковывать. О. Надо, чтобы победитель уже успел отметить Новый год. День рождения, говорил. Новый год на табуретках на наших выигранных. Поэтому мы по максимуму стараемся побыстрее их отправить. Ну вот и все. Два вот таких кубика у нас упакованы. Сейчас едем в транспортную компанию, отправляем победителю. Ну а вы, друзья, не отчаивайтесь, не расстраивайтесь, что ну, кому не повезло, кто не выиграл. Ведь именно в следующий раз может повезти именно вам. Так что обязательно участвуйте еще в конкурсах. Их будет у нас очень много. Ну и желаю всем удачи. Несем табуреты на отправку. Табуреты на отправку. Чудо совсем мало. Да? Это табуретки. Это мини-лестница. Это мини-табуретки. Розыгрыш был предновогодний. Ну вот и все, друзья, отправили. Вот накладная. Доставка 590 рублей. Ну, мы оплатили ее, как я обещал. Все, две табуретки, так, 20. Примерно 22 числа они придут. То есть победитель будет Новый год на табуретах. Друзья, всем привет. Сегодня, в общем, получил посылку. Вот это выключатель у нас, умный дом. Он работает, управляется Алисой. И одновременно ну, можно выключать можно при помощи Алисы и при помощи клавиш. Вот это он хорошо подойдет тем, у кого есть маленькие дети, которые не достают до выключателя. В нашем случае у нас Тёмыч не достает, и поэтому вот решили приобрести такой выключатель. Сейчас я распакую, покажу вам, как он выглядит. Выключатель. Вот. Все, видите, две клавиши. Ну, он двухконтактный, то есть мы его поставим на туалет и на кухню. Вот, будет включаться туалет и кухня. Ну все, наконец-то мы сейчас установим выключатель умный. Съездил, прикупил вот такую вот штукенцию. Это подрозетник для гипсокартона. Вот он, видите, с такими зажимчиками.
Вот, потому что здесь нету на выключателе крепления. Сейчас сниму. Крепление есть, но оно, видите, вот под отверстие. То есть мы сейчас вот это установим и потом его закрепим сюда, вот в эти, к этим, то есть вот так вот, к этим саморезикам. Вот. Ну все, что, пойдем цеплять. Так, щелкиваем вот наш выключатель. Так, 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 так. И ослабляем. Ну все, в общем, я замучился вот эту вставлять, синенькую, конечно. Ну, она влезла, все нормально. Можно даже не подтягивать, она так. Подключил. Все работает. Все, сейчас будем устанавливать и подключим к Алисе. Вставляем клавиши. Они защелкиваются, я только не помню, с какой-то стороны. Снизу или сверху. О. Все, то есть можно как руками, так и сейчас будем подключать голос. Криво маленько, ну ничего, ладно. Сейчас устанавливаем. Smart Life Smart Living называется какой-то. Ну вот и все. Установили мы выключатель. В общем, так вот он включает, выключает, включает, выключает. И сейчас, внимание, Алиса, включи свет на кухне. Пожалуйста. Алиса, включи свет в туалете. Вот и все. Алиса, выключи свет в туалете. Алиса, выключи свет на кухне. Папа. Вот. Давай. Все цвета одети. А, Алиса же сказать надо. Алиса, все цвета кухни. Алиса, все цвета одети. На кухне скажи. Алиса, все цвета кухни свет. Ты что, за все собрал? Нормально скажи. Все цвета кухни. Алиса, включи свет на кухне. Нормально, Тёма, надо говорить. Алиса, выключи свет на кухне.